Полное описание и точная дата выхода 11 серии турецкого сериала «Дочь посла». 11 серия сериала выйдет в эфир 2 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. В новой серии мы увидим, как Наре очень сильно переживает за Санджара и говорит о том, что у него ничего не получится. Он не должен ничего узнать и тем более убивать Акына, ведь тогда он станет самым настоящим убийцей. Наре вместе с другом приняли решение о том, что теперь они все будут делать сами. Никто не посмеет им указывать. Когда Наре поговорила с Санджаром и обо всем рассказала, то он не смог воспринять ее слов всерьез. Санджар пришел в ярость от услышанного, хоть и не хочет верить Наре. Он решает лично во всем разобраться и докопаться до правды. Если даже от этого у него появятся беды, Санджар хочет закрыть навсегда эту страницу из своей жизни. Наре отправляется к матери Санджара для того, чтобы рассказать ей про планы ее сына. Но женщина начинает обвинять Наре во всех бедах, которые в последнее время стали сваливаться на голову Санджара. Акын приходит в бешенство, ведь его не просто обманули, но и развели как маленького ребенка. Наре просит друга позвонить Санджару. Гедис очень сильно удивилась этому, ведь она не так давно говорила о том, что никогда не сможет простить его. Больнее всего наблюдать за всем происходящим маленькой Мелек, которая видит, как страдает ее мать.